Украинцы, у которых есть вклады в коммерческих банках, не смогут досрочно забрать свои деньги. Об этом уведомил регулятор, сославшись на закон, принятый Радой месяц назад. Запрет на досрочное закрытие депозитов, по мнению парламентариев, должен, цитирую, сбалансировать интересы банков и их вкладчиков. Правда, финансисты считают, что это ужесточение объясняется проще. Власти опасаются, что население начнет стихийно забирать средства из банков и нового бесконтрольного ослабления национальной валюты.